Раздельный сбор мусора скоро станет трендом. В Самаре на средства нацпроекта «Экология» закупили новые контейнеры для отходов. 1203 ярких желтых металлических емкости установят для отдельного сбора пластика, бумаги, стекла, металла и разного рода электроники. Администрация городского округа Самары были закуплены контейнеры для раздельного сбора мусора. И сейчас они находятся на складах предприятия «Жил-Лидер». Затем эти контейнеры будут собираться и будут расставлены по всем муниципальным площадкам города Самары. На специальных муниципальных площадках по сбору мусора новые емкости для отходов дополнят уже имеющиеся евроконтейнеры объемом чуть больше одного куба. Их установят по схеме 1 к 2. То есть на каждые два контейнера для общего сбора мусора придется один дополнительный для раздельных отходов. Мусорные полигоны становятся все более обширными, они занимают большую площадь, травят нашу землю, почву, экологию в целом, в том числе атмосферный воздух. Хотелось бы больше перерабатывать, меньше захоранивать. В связи с чем это связано такое внедрение? Хотим организовать раздельный сбор. На территории городского округа уже с 2019 года ведется планомерная подготовка к внедрению системы раздельного сбора мусора. Ранее для этого отремонтировали 491 муниципальную контейнерную площадку. Чтобы их укомплектовать, были закуплены 2062 евроконтейнера. А со следующего года начнут постепенно устанавливать емкости и для раздельного накопления. Михаил Ермоленко, Николай Пифанов. События.